Всем здравствуйте. Конец июля. Хочу показать бегонию шардоне. Это 5 верхушечных черенков без побегов, посаженные в 6-литровый горшок. Два побега дали дополнительные стебли, а три так и продолжают расти в одну палку. Горшок стоит с восточной стороны, хотя и там бегония достаточно сильно подгорает, потому что солнце до обеда ее освещает. Эти вот два черенка пересадим в отдельные горшки и будут как маточники использоваться. Все, всем спасибо.